13-х всероссийских соревнований среди студентов по тяжелой атлетике, весовая категория до 85 килограммов. Номер один Чалый Дмитрий, мастер спорта, Юго-Западный государственный университет, город Курск. Номер два Дементьев Сергей, мастер спорта, Юго-Западный государственный университет, город Курск. Номер три Кирюшин Иван, второй разряд, Ярославский государственный педагогический университет, город Ярослав. Номер четыре Уренев Владимир, кандидат в мастера спорта, Самарский государственный сельскохозяйственная академия, город Самара. Номер пять Ракитин Антон, кандидат в мастера спорта, Дальневосточный федеральный университет, город Владивосток. Представление судей. Центральный рефери Кляцкий Юрий, Москва, международная категория. Самойлов Валерий, Москва, международная категория. Абелян Артем, Москва, первая категория. Судьи представлены. Набора. Вот. Развивающий зал. Шагаем. Вот. Номер три. Кирюшин Иван, Ярослав, первый подход. К следующему весу готовится Уренев Владимир, номер четыре. Заявка номер 4 у Уренева Владимира к первому подходу заявляет 110 килограммов.
килограммов. Номер 3. Кирюшин Иван, город Ярославль, третий подход. Результат Кирюшина Ивана в первом упражнении 90 килограмм. Готовится упражнение Владимир номер 4. Номер 4. Уренёв Владимир, город Самара, первый подход. Готовится родитель Антон, номер 5. Килограмм.
4. Уренек Владимир, город Самара, второй подход. Ракете нам удобно опять готовиться. Thank you.
Thank you.
Чалый Дмитрий, Курск, третий подход. Установить 151 килограмм. Принята перезаявка. Номер один Чалый Дмитрий заявляет в третьем подходу 152 килограмма. Установить 152 килограмма. Дмитриев также заявляет 152 килограмма. Мы наблюдаем борьбу в весовой категории до 85 килограммов. Вес установлен. Номер один Чалый Дмитрий, Курск, третий подход. Номер два. Дементьев Сергей. Город Курск. Третий подход. Результат Дементьева Сергея 145 килограммов, и он является лидером весовой категории до 85 килограммов. Перерыв 15 минут. Номер 3. Перешли в банк Ярослав, первый подход. К следующему весу готовится Рублёв Владимир, номер 4. Вес защита. Установить 115 килограмм. Такой вес заявляет Иван ко второму подходу. Thank you.
знаете, 120 килограммов. Принята перезаявка. Уренев Владимир, номер 4, прибегает к первому подходу, 135 килограммов. Номер 3. Кирюшин Иван, Ярослав, третий подход. К следующему месту готовится Уренев Владимир, номер 4. Подъем неудачный. Установлен 135 килограммов. Поправка. Ответ защиты. Результаты Кирюшина Ивана Шутова упражнение 120 килограммов. И в сумме набирает 210 килограммов. Я вообще не спасибо человеку.
встречал их Дмитрий, город Курск, первый подход. Принята перезаявка номер 4. Курилев Владимир ко второму подходу заявляет 142 килограмма. Узнаем 142 килограмма. Ракетин Антон номер 5 заявляет 145 ко второму подходу. Номер 4. Курилев Владимир, город Самара, второй подход. Узнали 145 килограммов. Курилев Владимир заявляет 147 третьим подходом. Внимание к участникам и представителям команд. Весовая категория 105 и плюс 105 категорий. Завтра состоится взвешивание с 10 до 11. Начало соревнований в 12 часов. Куренёв Владимир готовится. Защитом.
установили 147 килограмм. Ракетин Антон заявляет 150 килограммов в третьем походу. Номер 4. Уренёв Владимир, Самара, третий подход. Подъем неудачный. Установите 150 килограммов. Готовится номер один Чалый Дмитрий. Результат Куренёва Владимира по второму упражнению 142 килограмма и в сумме набирает 252 килограмма. Номер один. Чалый Дмитрий. Курс. Первый подход. Готовится Ракитин Антон номер пять. Вес защиты заявляется 160 по второму походу. Номер 5. Ракетин Антон, Владивосток, третий подход. Подъем неудачный. Установили 160 килограммов. Результат Ракитина Антона по второму упражнению 145 килограммов и в сумме набирает 265 килограммов. Thank you.
защитам. Принята перезарядка. Дементьев Сергей заявляет 170 килограмм. Первый подход установить 170. Чалый Дмитрий от дальнейших подходов отказался. Его результат по второму упражнению 160 килограмм. И в сумме набирает 300 килограмм. Установить 171 килограмм. Заявка от Дементьева Сергея на второй подход. Установить 181 килограмм. Дементьев Сергей, мастер спорта, город Курск, третий подход.
Узнают 190 килограммов. Принята заявка от Сергея Дементьева на третий подход. 190 килограммов. Объявляется чемпион 17-х всероссийских соревнований среди студентов весовой категории до 85 килограммов. Дементьев Сергей, мастер спорта, город Курск. Его результат 325 килограммов. Фото на память. Спасибо.